Назначенный спецпосланник США по Сирии Майкл Ратни 28 августа встретится в Москве с замглавы МИД Михаилом Богдановым, а также другими представителями МИД РФ и Совета Безопасности РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства США Уильям Стивенс. Спецпредставитель США по Сирии Майкл Ратни встретится 28 августа с высокопоставленными представителями МИД РФ, в том числе замглавы МИД Михаилом Богдановым, а также представителями Совета Безопасности РФ. Встречи являются частью усилий США по поиску путей урегулирования сирийского кризиса с основой на Женевские принципы, заявил Стивенс. По его словам, поездка Ратни проходит после встречи госсекретаря США Джона Керри с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром в Дохе и Куала-Лумпуре.